два часа в этом тук-туке находимся и все еще до сих пор кружимся. Опять остановились, да что такое? 5 метров проедем, останавливаемся, чего-то подгружаем опять туда наверх, вот сюда вниз, людей. В общем, мы не одни едем в этом замечательном транспортном средстве, уже под селедка в бочке, но мы сразу сказали, что эти места мы не отдадим, мы их покупаем. Мы покупаем по 2 места, с одной стороны и с другой, потому что если еще взять здесь, то нам вообще будет очень тесно. Но мы еще так и не выехали с Уфа, с Майсот. Это да, показывает, как много тут людей. Все хотят ехать.